В будущем году в столице Чувашии откроются 10 детских садов. Как идет их строительство, сегодня проверил премьер-министр Чувашии Иван Моторин. Родителям микрорайона «Университет» скоро не придется возить своих детей в другие районы города. Здесь началось строительство детского сада на 250 мест. Стоимость контракта – 189 миллионов рублей. Подрядчик заливает фундамент будущего здания и бетонирует подвал. До Нового года будет построен первый этаж, второй этаж будет на завершающей стадии. В микрорайоне Садовой ситуация схожая. Подрядчик вбивает сваи и заливает фундамент. Садик на 240 мест должен открыться в июле будущего года. Но здесь есть проблема – передача земли в муниципальную собственность. Ситуация какая? По документам по земле надо ускоряться, потому что не успеете, значит, пока разрешения не будет, деньги не будете получать. Понимаете? Заинтересованность у всех есть. В новом городе одновременно строят два детских сада. На одном объекте работы начались недавно, на другом уже готов первый этаж. Строительство пока идет тяжело, но задача до конца года те объемы, которые были запланированы, освоить не только в денежном виде, а качественно именно на стройке. Я надеюсь, что и городская администрация, соответственно, Министерство образования, Министерство строительства, потому что здесь сопряжены две программы, свои задачи выполнены. Всего на строительство 10 детских садов выделен 1 миллиард 300 миллионов рублей. У нас на строительство меньше, чем один год выходит. На проектирование месяца 3-4. То есть сроки почти в два раза ниже от нормативного. Поэтому сталкиваемся с этими сложностями, которые совместно с правительством решаем. В принципе, работа организована на всех площадках. Думаю, что к августу следующего года большая часть детских садов будет введена. Татьяна Леонтьева, Елизавета Зайцева, Бахтияр Велиев, Республика.